challenge time. И снова всем привет. Мы продолжаем. Алекс, я чуть передохнул, чуть подзарядил шлем, а то там 50% уже было. А это значит, серии могло не хватить. Так, ну что? Я так предполагаю, что это мы переместим куда-нибудь поближе. Идеально. Что у нас по патронам? Полные. Я вот думаю, может быть, мод скачать, который позволяет перезаряжать и прятать обоймы неполные. Так. Тут мы вроде все смотрели, ничего больше не нашли полезного. Но вот эти вот щупальцы, они меня смущают. Они очень похожи на муравьиных львов. Как бы это они и не были, да? Ты вот что такое? Ты какой-то надкусанный муравьиный лев или что? Кто это-то? Фиговина. Ну, вообще похоже на нее. Так, вот это ты зря. Потому что парниша сейчас кто-то вылезет. Это определенно. Так. Одну здесь. Да поставь это. Митя, так легче будет вытащить. Одну куда-нибудь сюда. Потому что хрен знает, куда он появится. Поэтому предусмотрим разные варианты. При этом там, наверное, водочка осталась, нет? А то я не знаю, мы сейчас выяснится. А, у нас с тобой есть водочка. Это ж водочка, это не водочка. На всякий случай. Чтобы если что, не пришлось бегать туда-сюда, если выяснится, что здесь будет конец уже. А? Тихо, я сказал. Чтобы вода была водка, ну ладно. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Это что за хрен? Не шуми. О, ладно, мне не нравится Джефф. Да, а по-моему нормально, он просто бутылку не может открыть, вот и бесит-то. Ну кто бы сомневался. Что, мы будем что-то с ним делать, да, чтобы его... Ага, вот, по-моему, как раз это место, про которое я читал, как я понимаю. Вначале... Да ладно, что это вдруг включило фонарик? Ох, вонючка. Вот тут кто-то пришел, да?
Самое приятное, что вот этот шлем и вот эти вот противогаз, он не мешает. На самом деле очень большая редкость, когда в играх такие вот штуки, они, блин, пол экрана тебе не закрывают. Итак, у нас есть вариант, это первый, да, мы его делаем ему фаталити. Мы сможем увидеть, что там от него осталось? Может, от него смола осталась? Если смола, то очень обидно будет. О боже, Джефф, ты в порядке? Так, чувствую себя ребенком Декстером. Контейнере полном крови. Ладно, Джефф, чё, живи. Так, а пока грузится, если я войду в Steam. Плоский полутон, убейте Джеффа. Поймайте падающую бутылку до того, как она привлечет Джеффа. Да. Смотрите-ка, это мы сделали. Ай, нет, тихо. Вот так. Вот так. Вы, конечно, этого не увидели, потому что я очень хитро смотрю. Наверное, не увидели. Кася, что ты сделала с Джеффом? Я поймала Джеффа в пресс для мусора. Что ж, надеюсь, ты нашла что-нибудь полезное. Ну, удачи. Водочку. Хорошо, путь свободен. Пришло время открыть люк и выйти через туннели. Отличная крышка. Хорошая новость, туннель ведет к хранилищу. Отлично. И, кстати, если пропаду, похоже, в туннеле куча муравьиных львов. Львы, львы, львы. Ну, знаешь, пришельцы с колючими ногами. О, да, совсем маленькие, как муравьи. Нет. Как маленькие крошечные львы. Нет, другие львы. Эти довольно опасные. Ясно. Чем бы они ни были, они в туннеле. Ага, я пошла. Хоп, засчитали все. И так, и сяк, и через косяк. Поэтому как бы и закрыли, да? Чувак, ну ты если что, выпусти его, да. Тихо. Если будет скучно. Хлебнуть не желаешь? Это мне, если что. Но сейчас я отключить не могу. Вроде больше ничего нет. Я бы хотел дельнуть ему в газовый баллон для прикола, но мне что-то не хочется патроны тратить. Давайте загруз. Здесь, скорее всего, да, будет сейчас при спрыгивании.
Я угадал. Ну, смотрите, мы все ближе. Ну да, вы не видите. Ну, так как ту карту, которую он тогда показывал, мы прям под, получается, хранилищем уже. Оно висит в воздухе, правда, но нам под землей, но... Блин. Нас принять будут. Классно. Чем мне этот супер под туалетную бумагу? Чё это пирамидку разрушила? Какой я нехороший. Нет, не хочет. Тихо. Так, ну-ка, секунду. Опять проверяем. Ким не убивает Джеффа. Ну это дали, а бутылку? Бутылку-то зачитаете, нет? Для кого я тут бутылку таскаю? Или мне еще дальше нужно будет тащить? Все-таки. Ладно. С тобой, если что, есть. Знаешь, я же стараюсь. Рука у меня занята. О, ты сделала гораздо больше, чем нужно. Твой поступок безрассуден, чрезмерен, и я ценю. А, это все? О, одну я оставлю себе. Где? Точно оставив? Все ради товарища, принесите Расселу бутылку водки. Еее! Я читал, что чуваки прям реально до финала доносили. Я так бы и запланировал, если бы, ну, в этом был бы смысл. Как бы окей, прикольная тема была бы. Но нет и нет. Тихо. Раз не надо, то не надо. Ну, какой опасный зверь, смотри. Туда, да? Туда? Сюда. Штука автономная? Видимо, да. А еще есть там, что гнома нужно тащить. При учете, что мы пол игры таскаем всякие аптечки и гранаты, вообще не проблема, по-моему. Что это такое? Нет, нельзя. Не знаю, что это, но можно было бы натаскать. Карманов нафигачь. Вдруг полезное что-то. Ну тут больше надо, тут надо. Допустим, вот эту, да? Но...
Допустим. Раз, два, три. И тут раз, два, три, четыре. Главное, да, одну запихнуть. Правильно, остальное уже будет достаточно просто. Давайте вспоминать. По-моему, на дробовике пока ничего интересного нету, кроме автозагрузчика. Но я так часто перезаряжаю дробовик, то вообще смысла нет. И так много патронов. Про двойной выстрел тоже мог, как бы. Так, лазерный прицел 25. Отсек для пуль 3. 25, 30, да. Допустим, отсек для пуль. И у меня останется 19. Возможно, тут где-то 20-ю мы найдем. Лазерный прицел 25. Пу-пу-пу-пу. Что лучше? Лазерный прицел на пушку, которой мы можем стрелять, но у нее есть этот прицел. Или все-таки улучшенный магазин туда? Давайте я улучшенный магазин, наверное, сделаю. Там хоть какой-то прицел есть, поэтому... Так, 19 у нас там, да, если мы тут близко где-нибудь найдем, еще 5. Ого, вы поглядите, мой пистолет все лучше и лучше. Знаешь, Раз, технически от твоего пистолета уже мало что осталось. Вот что, давай пока отложим эту идею. Поболтаем о моем пистолете, когда ты вернешься. А как мне заряжать его? Мне больше интересно. 20, да, если мы сейчас еще пёру где-нибудь поблизости найдем и поставим хотя бы лазерный прицел, а больше патронов как-нибудь потом уже к концу игры, может, накопим. Не столь важно. Там тем более перезарядка простая, быстрая. Накладка на нос немножко того езжает. Тут ничего. Вон, допустим, одна уже есть. А я еще слышу автоматическую турель. Наказник! О, нет, умер! Это муравьиный лев, Рассел. Это муравьиный лев? Да. Выходит, знаешь, что за лев. Да, это наказники. Это гость? Сомневался, то выйти тут легко не выйти. Банк. А почему ты переливаешь? Они огненные. Кстати, турели. Пока они стоят спиной, мне спокойно. Пусть защищают меня. Да что ж такое? Так. Там. Ну,
Можно я надену? Да ладно! Серьезно? Зачем? Зачем? Ладно. Вы это видите хоть? Вы это видите, но не видите клыков сверху. Ладно, вот оно мешает уже. Но я оставлю. Может, там ачивка есть такая? Ну-ка, секунду. Все ради товарища есть. Только последнее. Еще два. Мне либо туда, либо сюда. Но тут, возможно... Еще хуже. Пиво. Фух, так, давай смотреть, что ты тут охранял. Кроме проблем. Консервы каждый день, да? Ну, понятно, как бы, почему стал монстром, да? Давай вторую вставим. А собственно, реально. В чем смысл было сюда попадать? И почему мы сквозь вот эти штуки проходим? Ну, очень странно. Как бы закоулок, в котором я ничего не вижу. Я, конечно, могу быть просто слепой, но... Здорово. Две смолы еще найти. Я боюсь, что здесь я потом не вернусь. Или вернусь. Тю, и все? Ты смотри-ка. Класс. Ты уже тут. Ну, блин, как я не вылезу.
ты жрёшь от краба там? Давайте я чуть-чуть спущу пока. Ну, пока они не кажутся слишком сложными. Ясно. Да ёб твою. Следующий. Можно было заманить его под бомбу. И как бы выход, да? Давай еще смотримся тогда по-бырому. Тут ни ящиков, ничего, чтобы можно было бы подставить, да? Это не берется. Так. Возможно, тут какой-нибудь ящик мы сможем найти. Прости, друган. Это месть. Своим собратьям. Ну, кстати, как минимум 10 патронов мы всегда можем иметь. Пойдем. У тебя, кстати, слабая точка есть. Молодец. Ты охренел? Ты как выжил? Иди сюда. Ты где там? Иди сюда. Где? Смысл этих взрывающихся секрет-крабов на это параллельно? Так.
Жесткие тарантулы, я смотрю, у вас там. Там ничего нет. А тут у нас что есть? Выход, конечно, недоступен. И ни бочку, ничего нельзя найти. Эй, есть новости про датавод? А, твой отец трудится, работает над ним. Уже близок. Отлично. Туда-сюда. Коробки никак не открываются. Не-не, вот это давай. Так, ладно, наверху. Тоже ничего не вижу. Прям сюда можно встать и заглянуть, типа чутка. Но вроде ничего нету. Маска нет! А, тут еще куча было, блин. Тогда ладно. Как? Ну вот, кстати, можете заметить, как оно и размер у меня получает. Потому что я как бы оба глаза вижу. Но в этой маске вообще нифига не видно на самом деле. И у вас рот практически нету, я его чуть больше вижу. Не знаю, кто умудрилась его надеть, на самом деле, для меня до сих пор загадка это. Так, что я предлагаю для экономии патронов? Ничего. Или вы ничего, никто ничего не оставил, да? Ну окей. Резиночка, которая нос закрывает, типа чуть от света. Значит, скамкивается. Мне очень неудобно.
конечно, ничего не будет не открыто. Но, кстати, тут проход есть. Он закрыт, не будет, да? Нет. Ё-твою. А куда тогда вот это место? Конечно, большой вопрос, зачем гранаты у вас тут? На складе. Еще куча водки. О. Спасибо, дружище. Или так? Подошел. Ты можешь, давай, мешаешь тебе. Покажу, дай, людям. Вот так вот, раз. И так, через прогиб. На, мужика идентичного натуральному. Ну зачем ты его за руку? Ты что-то быстро его выплюнул. Распробовал, что ли? Давай, заку. Как ты любишь. Не. Ну, я смотрю, у тебя есть чем пока заняться. А куда вывалился этот? Ты его что ли забрал, дурак что ли? Ну я же видел, что там что-то. Так, а вот здесь мне уже что-то не по себе. Чё угодно, откуда угодно может вылезть. Кстати. Вы на это надеялись, что этого не случится, да? Ей! Так, позиционирование. Нормально. У тебя там граната, что ли? Выходи. Эй! Мой обед! Оставишь? О, идеально. Наверняка тут где-нибудь смола лежит, да? Как всегда. Ну пойдем. Других друзей твоих нету? Каких-нибудь. Ты один? Ага. Ну пойдем. Пойдем отведу. К новым друзьям. Жаль, вот эти нельзя.
двигать так. А ты быстрый. Ты идешь там? Давай, я не отвечу. Готов. Вот так сесть, посидеть бы. Ты такая жирная должна там уже быть. Два больших от краба сожрала. Добрый вечер. Ну, гранат 5 можно вытащить. 5 штук еще глючить не будут. Давай. Так, вот это не надо. Почему 3? Или я одну вытащил какой-то раз, да? Хотя вроде 2 доспел. 4. Пять. И одну спешлку по мини, знаю. Тихо. Ты что улетел сейчас? Что я такое там? Пойдем. Ты не умер? Вроде умер. Вон еще один. Держи. Еще патроны. Да, я думаю, показалось, что блеснуло синеньким. 30 уже. Такими темпами мы сможем и то прокачать в следующий раз. Это, конечно, маловероятно. Так. Тут какой-то босс-файт, что ли, будет? Для чего тут столько гранат? Это коряга, это не труп. Ты что там в маске?
не показалось, или он там в маске был реально? Ты куда? Да, вот так вот бабахает, дружок. Это твое. Да ладно, я умею обращаться, расслабься. А есть тут этот? Чего? В маске дикой обезьяны кто-нибудь? Кто сюда тут на праздник мечтал попасть? Раз. Хэндкраб может сделать зомби из гориллы? Честно говоря, если горилла уже на воле, то Хэндкраб ситуацию хуже не сделает. Ну, тут меня больше не волнует не то, что она будет опасна. С точки зрения совместимости, что ли. Хотя при условии, что она с нами совместима. Инопланетный вид. Как я понял, вот так вот еще можно поломать, да? Да. Давайте. Я случайно. Так, а вы что тут охраняли? Чего тут вы стояли? Объясните мне. Я, кстати, не могу этого не сделать. Ну так, чисто ради хохмы. Отсюда они не пропали? Ну, вроде, кстати, нет. Возможно, они... Это самое... Пул объекта сделан для конкретного. А, кстати, куда мы делась? А, тут взрывная штука была. У нас маска как-то слетела когда-то. От гранат или от чего-то, не знаю. Тю. Тихо. Я кое-что узнал. Что там? Да. Что там, пап? Не похоже, что они построили оружие сами. Похоже, они, я не знаю, что-то нашли. Или открыли что-то. Что это значит? Если я правильно понимаю, они отследили его до старого многоквартирного дома в Казе. Но вместо того, чтобы зайти внутрь, они просто построили вокруг здания хранилище. Ничего себе. Эта штука их знатно напугала. Выясню, стоит ли нам опасаться. Знаете, как в жизни потом сложно без таких перчаток? Хотя... Чай я бы так точно бы себе не кидал бы. Мне вот интересно, могу забраться? Да нет. Ну могу очень странно слегка так.
Зато не глючит. Хотя, возможно, они имеют сферу, просто коллайдер, и они должны меньше глючить. Ты спишь? Ты чё, боже, я видел. Я бы тебе положил гранату, но... Увы. Малой прям задабривает. Ну как бы применять-то ее некуда. Вот так, да? Где? Надеюсь, там не пропасть. Слышу наших другалей. Надеюсь, там мы... другие наши другаля приходуют. Тут, кстати, можно попробовать чем-нибудь украсть у них, но не выйдет, да? Но они пока заняты. Молодцы. И этих давайте добивайте. Вот я боюсь, что мне придется их бить. Тому в баллон он взорвется, взорвет вот этого. Ой, замечательно может быть, да? Ну, там долго еще нет. Они ж не бесконечны там, надеюсь. Вроде двое остались. Один. Или... А нет, он двое. И еще полезли. Да сколько вас там? Вы реально тут появляетесь, что ли? Я, кстати, не вижу у баллона там. Это точно баллончик? Вроде баллончик. Кушать их. Так. И чё? Они сразу такие, ну нас не такой, значит уходим.
О, фига. Фига. Ты главное, да, этот не задень. Окно не задень. Давайте пару метров пройдем, проверим. Еще баллон был. Ну он с баллоном, но это тяжело было бы. Но был бы дополнительный бум. Да я вот знаю, знаю. Чуваков ничего не выпало. Нам еще нужно гранату одну забрать в полете, пока она летит. Серьезно? И украсть что-нибудь. Так, тут куда-то проход. А там тогда что? И тут, и там, и все. Или мы тут, типа, сделаем кругали. Оттуда вот так вот, и мы сделаем просто кругаля вот так, намекаете. Трясь. Секунду. Ну, чуть поближе все-таки то. Ты чё не ожил? И тут открыт. И баночки, и все. И тут и... А чё вы не активировались? Вы активируетесь потом или случайно? Мне кажется, это гениально. Если это так. Ладно, на этом мы закончим. И... Да, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Олег Сага. Всем пока.